Друзья, всем привет! Еще одна идея узора из пряжи Yarnart Macrame Polyester, который можно применять для вязания сумок, чехлов, предметов интерьера и так далее. Переходим к мастер-классу. Раппорт составит 3 петли и 2 ряда высоту. Все внимание на экран. Первый ряд раппорта – кромочная петля, затем лицевая за заднюю стенку и не снимая ее. С левой спицы провязываю еще раз вместе со следующей петлей лицевой за заднюю стенку, после чего скидываю. Следующую петлю не провязываем, пропускаем и нить держим перед работой. Повторяю, лицевая не снимаю, провязываю вместе со следующей петлей, скидываю. Далее нить перекидываем, не провязывая, нить перед работой. Так вяжем первый ряд до конца. Второй заключительный ряд. Кромочная, изнаночная, накид и 2 петли провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Повторяю, изнаночная, накид и 2 петли провязываю вместе лицевой. Друзья, я надеюсь, вам пришлась по вкусу эта идея, и вы обязательно сохраните ее в своей копилке. Жду лайков, позитивных комментариев и подписки на канал, не забывайте это сделать. А также приглашаю по ссылке под видео на свой дзен-канал, там накопилось много интересного для вязания. Желаю всего самого наилучшего и скоро увидимся!